Я Солдатова Александра Иннокентьевна, родилась в Полярном. Теперь переименовали его Русско-Ушо, но у меня все равно в паспорте осталось Полярный. Так будем говорить. В ансамбле с 88 года, как Юлия Гавриловна сказала, что этот младший брат Вениамин Гаврилович, вот с того времени мы так и в ансамбле и ходим. Мы и Благовещенские были. Потом на недавних порах, в 12 году, ездили мы этот Великот Новгород. Там были. Вот. В общем-то, гастроли, конечно, они самые хорошие. Нам-то нравятся они. Так ведь не Юля? Глянутся. Глянутся, да мало дела. Ага. И поэтому вот теперь, ну, что я могу о себе рассказать? Я теперь пенсионерка, нигде не работаю, ничего. В общем, сама себе предоставлена, как говорится. А песенку-то я спою один куплетик. Старую. А эту песню-то мне подарила няня Юля, Юлия Гавриловна. Вот она, радужка у меня сидит. Вот. Стихни до ветра с полуночи с подвосносной дальней стороны. Ты разбрызгай крупень дождик, промочи ты чверть земли.